начали очень активно, имели преимущество, но потом, скажем так, уснули под соперника, и вторая половина первого тайма нам не удалась. В перерыве взвинтили темп, вследствие чего появились моменты, и был забит гол. По-моему, у соперника, я не могу вспомнить таких моментов возле наших ворот. Забили, не пропустили. Всех с победой. Перед началом первенства генеральный директор клуба нашего высказывал опасения о том, что с любимчиками не так все радужно, как в прошлом сезоне. Как оцените игру футболистов молодых, которые сегодня? Ну, Данил сегодня, к сожалению, не вошел, но это нормально. Молодой организм. Бывают спады, бывают подъемы. Но то у нас он не один. У нас есть еще лимитчики. Арман его хорошо заменил. Доволен. Скоро, буквально в среду, вторая серия. Не боитесь такой самоуспокоенности после этой победы? Нет, у нас, я говорю, мы настраиваемся на каждую игру. Что-то может не получиться. Это, естественно, это футбол. Поле зеленое, мяч круглый. Мы всегда настраиваемся на игру. Поэтому задача подвести их в оптимальной форме.